Молодые ребята только начинают свой служебный и профессиональный путь в уголовно-исполнительной системе Ульяновской области. Перед лицом руководства ветеранов они дали присягу на верность Российской Федерации, закону и народу. Вчерашние стажеры торжественно поклялись соблюдать Конституцию, уважать и защищать права и законные интересы граждан. От ветеранов учреждения с напутственным словом выступил генерал-майор внутренней службы Анатолий Глумов. Он рассказал о традициях управления, поделился своим богатым опытом и пожелал молодым специалистам успехов и преданной службы. Я вас поздравляю с этим знаменательным событием в вашей жизни и желаю вам всем служить честно, добросовестно и ответственно, потому что система – это наше воспитание, цель ее воспитания, как говорится, правонарушителей, с которыми будете непосредственно работать. Ритуал принятия присяги был приурочен к юбилею Ульяновской уголовно-исполнительной системы. В этом году УФСИН России по Ульяновской области исполняется 75 лет. Дарья Сударева, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.